Стой здесь. Выезд нельзя перебежать. Видишь, выезд? Там тебе некуда встать. Он бы сейчас поворачивал бы. Понял? Стой здесь. Теперь поехали. То, что сзади сигналит, это их проблема. Разгоняй машину. Чего он хотел выиграть? Вон он, тормоз сигналил, видишь? Лишнее дело, тело движение делает. Левый ряд стоит. Двигаемся по главной дороге. Вот джип пошел в левую полосу, а должен был в правую пойти. Правее прижимайся ко мне. Еще, не бойся. Вот, вот наша полоса. Понял? Потому что там вот зеркало, посмотри, уже машины едут по той полосе. Левый ряд перестройся. Выбирай место для остановки. Первым делом что мы должны сделать? Перестроиться вправо. Перестроиться в правый ряд. Здесь мы не можем остановить. Мог? Но уже нет. Уже видишь? Здесь сплошная. Сплошная уже, да. Смотри, зима скользко, чтобы контролирую заднюю нашу часть машины. Поехали. Левый ряд перестройся. Двигаемся с разрешенной максимальной скоростью. 40. Знак видел? Молодец. Правый ряд перестройся. Светофор видишь? Заблаговременно дорога скользкая. Вот так подъезжая к светофору, он моргнет, люди начинают переживать и резко бьют в педаль тормоза. И из-за этого машина начинает кидать. Человек в панике. Поэтому заблаговременно увидел. Снизил скорость. То есть сейчас не лето. Самое главное, чтобы ты видел знаки. И не важно, где ты поедешь на экзамен. Знаки видишь, значит, ты победишь. Место для стоянки выбирай. Остановка что подразумевает? Остановка, да? Это же не стоянка? Да. Соответственно, нельзя. Но здесь мы как будем думать, видишь? Эстакада, путепровод. Видишь? Да. Вот его проедем. И за ним? Да, конечно. Не под ним, а за ним. Зеркало вправо все равно смотри, мало ли. Зимой велосипедисты тоже сейчас ездят. Все, грубо говоря, да, условно, ручник, парковка. Поехали. Выбирай место для разворота. Вот это сразу не сдача экзамена. Ну ты с какой полосы сюда поехал? Начало движения ты должен был перестроить. Сначала поехать по правому ряду, потом включить поворотник, перестроиться в левый ряд, а только потом сюда. А ты видел, как делал? Сразу. Так нельзя. Смелее, 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 машина едет.
за регулируемым пешеходным переходом выбираем место для остановки. То, что тут стрелочка направо горит, и отсюда направо. Ну, пусть горит. Нам же прямо можно. Же можно? Ну да. Видишь, как тебе сказать? На светофоре еще стрелочка. На светофоре стрелочка, она позволяет нам повернуть направо, но не запрещает нам стоять. Это есть светофоры, где конкретно мы должны уйти направо. Это вот на Юбилейке, на Суворова, на Заводской, на Промышленной, на Ленина. Там по стрелочке надо уходить. Поворачиваешь направо? Нет, остановиться хочу. Ну выключи поворотник. Это бал. А теперь останавливайся. То есть так сразу вот там, нельзя? Ну конечно, там же поворот направо. Что подумают люди? А я хотел между вот там, нельзя. Ну если ты за 5 метров бы остановился до поворота, да. Но ты, я видел, что ты не останавливаешься. Поехали. Ты бы остановился бы возле перекрестка. Поворот направо, да, и все. Из-за тебя машина не может повернуть. В левый ряд перестройся. Разрешенная максимальная скорость какая здесь? 40. В правый ряд перестройся. Опережай грузовик, который слева идет. Уже можно? А? Уже можно? Что можно? 40 же было. Там 300 метров было, мы его проехали. А так могут сказать, опережай. Ну конечно, если я тебе говорю, значит и на экзамене могут. Я же исхожу из того, что слышу на экзамене, команды какие вам говорят. То есть ты ускоряешься, он грузовик тоже ускоряется. Ты не можешь его опередить, поэтому и не дергаешься. До 60 ты набираешь скорость свою. Но опять же, условия дорожные, чтобы позволяли. Не можешь, ну так и сказал, я не могу, он летит больше, чем я могу развивать скорость. Все. Выбирай место для разворота. Разворота. Не надо газовать, не надо. Да он же быстрее тебя сейчас поедет в любом случае. Твоя задача, что нужно сделать? Перестроиться. Но мы едем 40 км в час, они едут 60. Ну они не едут 60. Да? Ну ладно. Конечно, выходи на перекресток. Протягивай. Нет, куда? Вперед протягивай. Крути руль, поехали. Давай, давай. Что мы на красный? Какой Мерседеса? Сейчас я тебе объясню. Мы выехали на зеленый, конечно. Даже не пугайся. Мы выехали на перекресток, когда горел зеленый сигнал светофора. Правильно? Ну да. Покинуть маневр мы обязаны. В левый ряд выйди, кто там лагает. Аварийки. Выбираем место для разворота. Зеркало обязательно левое. Все, подкатывайся так, чтобы тебе у тебя машина вошла
Вот этот перекресток, стой. Успеешь сейчас за этой машиной? Успеешь, давай. Только перед этим, перед маневром начала, посмотреть надо опять же в зеркало. Если бы сзади тебя кто-то тоже стоял, только на поворот. Ты разворачиваешься, а он хочет проскочить, знаешь, быстрее тебя. И он, получается, бьет тебя в бок. Поэтому всегда контролируй. Левый ряд перестройся. Здесь перекресток, видишь? Пойди его в прямом направлении. А потом делай вещи. Вот так вот. То есть перед перекрестком, перед светофорами желательно не перестраиваться. Там сплошная, может там быть. Сплошная линия, да. Ты там уже перестроился около перекрестка, когда мы ехали сюда, в эту сторону. Не перекрестки, а на светофоре. Ты перестроился, но там не видно было ничего. А если инспектор начнет за этого ругаться, тут поэтому лучше. Они перед всеми светофорами сплошные? Практически. Вот здесь есть вот. Правый ряд перестройся. Ускоряйся. Сзади нет никого. Вот. То есть ты должен ехать в общем потоке, но опять же не превышая скоростной режим, да, разрешенный? Левый ряд перестройся. Рулем не болтаем, все правильно. Место для стоянки убирай. Опять же, ты по второму ряду едешь, выключи поворотник, потому что машина, видишь, выезжает. Она подумает, что ты поворачиваешь. Ты едешь по второму ряду, команда остановиться. Твоя задача сначала перестроиться. Нет, я тебе говорю, чтобы ты этого не забыл. А то многие едут по второму ряду и ищут место для остановки. А как я выходить буду? А это пофиг, да? Видишь, мне выйти некуда. Видишь, сугроб. Поэтому останавливайся так, чтобы... Да, останавливайся так, чтобы у тебя вышел пассажир. Не в сугроб, а хотя бы рядышком. Вот где вот это снежный накат идет, вот так и останавливайся. То, что ты прижался, ты, конечно, молодец, чтобы не мешать никому. Ну, блин. Левый ряд перестройся. За регулируемым пешеходным переходом, отдельно стоящим, перестроишься в правый ряд. Это что у нас? Перекресток. У нас задача какая? Зарегулируем пешеходным переходом отдельно стоящим. Вот, кстати, когда если тебе инспектор скажет за регулируемым перекрестком, ой, регулируемым пешеходным переходом остановиться, там развернуться, там перестроиться, ты возьми, уточни, который на перекрестке есть пешеходный переход или отдельно стоящий, чтобы вот конкретная была формулировка, понимаешь? А то вот бывают такие моменты, у меня человек не остановился, вот здесь. Вот здесь, да, мы будем перестраиваться. У меня человек, получается, перекресток проехал, там же пешеходный есть. Он искал отдельно стоящий, как я его и учил, как все их учат инструктора. А гаишник ее запорол, сказал, что там же был пешеходный переход. Почему вы за перекрестком не перестроились? Вот так вот. Левый ряд перестройся. Едешь-то хорошо. Нареканий нет. На экзамене единственное, что будет, это страх, волнение. Вот это вот. Ну, экзамен, одним словом. Не мысли ни о чем. Просто делай, как тебя учил я. Все. Обращай внимание на знаки, на светофоры. На других участников дорожного движения. И не спеши никогда. Перестройся в правый ряд. Здесь ты мог притормозить чуть-чуть. Зеркало посмотрел, убедился, пошел.
включить же надо сейчас. Обязательно. А где тут перед светофором? Все, стой. Вот не видишь линии разметки? Останавливайся где хочешь. Ну, только не пересеки этот светофор. 5 метров, в принципе, вот так берешь от него и все. Вот, видишь, пешеходы уже идут, да, слева. То есть ты уже должен обратить на это внимание. То есть ты уже должен знать, что мы когда начнем движение, там будут люди. С этой стороны нет. В любую из полос ты можешь повернуть при повороте налево. Так эти ребята далеко идут. Ускоряйся. Если ты вдруг не видишь полосы, прижимайся вправо, правильно, и едь так. На экзамене ты также можешь спросить, могу я выбирать полосу для движения самостоятельно? Если да, едешь как тебе удобно. Знак какой проехали? 40. Знак действует у нас? До перекрестка. До перекрестка. Ну, видишь знак главная дорога? Да. Подъезжая к нему, мы сейчас посмотрим, перекресток это или нет. Ну, слева видно, что дома, что это нет. А вот здесь уже перекресток идет. Да. Ну, видишь, туда дорога к тем домам пошла. Все, здесь ты уже можешь ехать 60. На регулируемом перекрестке поедем налево. Соответственно, наша задача перестроиться. Обратить внимание, там 20 секунд. Можешь медленно катиться, особо не спеши. Во-первых, мы подъемчик идем. Если будет небольшой даже гололед, машина может забуксовать. Поэтому старайся идти так, чтобы, ну, грубо говоря, без остановки. Потихонечку, 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 чтобы не было полной остановки автомобиля. Поехали, 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 потихонечку. Вот. То есть и на скользкой дороге ты спокойно преодолеешь вот этот рубеж. Смотри, встречки у нас нет. Вон там встречка. Никого. Ну, тебе повезло. Слава Богу. Вот. Двигаемся в прямом направлении. В правый ряд перестройся. Здесь не вижу. Что не видишь? Линии. А здесь их нет. А дело в том, что если не видно сплошных линий под снегом, их нет, значит. Да? Конечно. Но если ее не видно под снегом, вот ты здесь едешь первый раз, откуда ты знаешь, есть тут сплошная линия или нет? То ты приехал. Перестроить снег, да? Да. Я же говорю, вот нежелательно перед светофорами перестраиваться, перед пешеходными переходами. А здесь, даже если бы была бы сплошная, ее сейчас не видно. А я не обязан знать, что она тут есть, понимаешь? Левый ряд перестройся. За регулируемым перекрестком выбирай место для разворота. Обращаем внимание на светофоры. Это что у нас? Пешеходный переход. Пешеходный переход. Видишь, одна пара светофоров, да? Да. Дальше мы едем. Обращаем внимание на светофоры. Их много. Их много. Сейчас посмотрим. Мы же первый раз здесь едем, якобы. Мы этого знать не можем. Ну да, в принципе. Куда? Я сказал, за пешеходный переход. Вот, видишь?
ты бы сейчас бы здесь развернулся бы, да, это перекресток, но ты бы не сдал бы экзамен только потому, что ты не выполнил кому. Ну где? Напротив выездов. Где выезд? Смотри. Вот выезд. Да. По идее, даже, по-моему, пункт ПДД 9.2, ты даже должен с полосы поворачивать слева, если не видно здесь разметки под снегом. То есть напротив поворота. Успеешь? Ускоряйся, не забывай, что ты не один на дороге. Вот молодец. Сразу издалека смотрю, светофор замигал, да? То есть ты все должен видеть. Я понял. И никого не волнует, как ты это будешь делать, но ты обязан это все видеть. То есть ты развернулся, поехал, уже издалека смотри на светофор. Мигает он, не мигает, кто едет, кто стоит, останавливаются ли машины, идут ли пешеходы. Это вот все. Естественно, что за такой короткий период, пока мы учимся, мы этому всему не научимся. Тут уже все зависит от тебя. Первоначальные навыки получил, сдал экзамен и потихонечку набираешься опыта. Если вдруг страшно станет где-то в городе, аварийку включил, остановил, пусть там сигналят, не засигналят, плевать. Ну, когда у тебя паника, ехать не для. Еще хуже. Место для остановки убирай. В зеркало смотри. Я чтобы нам. Ну и смотри еще, чтобы нам не пропечатали. Вот здесь. Можно? Можно. Все. Там опять сугроб. Ну, я выйду. Смотри, теперь мы начинаем движение. Включаю поворотник. Пропускаю. Вот это, стой. Пропусти его. Не спеши. Понимаешь, он ехал один там, да, и ты под него вылазить начал. Это уже тоже могут посчитать как несдача экзамена. Не предоставил преимущества тому черному автомобилю. Поэтому, чем увереннее ты начнешь движение в плане, посмотрел, есть там машина, сколько машин, пропусти их все и поехал. Выбирай место для остановки. Знак. Молодец. Двигаемся направо на перекрестке. Также выбираем место для остановки. Перекресток прошли, вот это вот развилку, можно здесь прямо останавливаться. Да, но ты едешь с поворотником и остановишься, ты в заблуждение вводишь людей. Просматривается дорога сзади? Да. Мы прямо на повороте остановились, как бы нежелательно. Поехали, конечно. Смотри, у нас знак «Уступи дорогу» 2.4. Уступаем тем, кто едет с центра. Левый поворотник. Никого? Нет. Рулем не болтаем, мы на дорогу прям уходим. Вот. В левый ряд перестройся. Сейчас для разворота выбирай. Зеркало. Вот на эти сплошные линии нельзя наезжать. Ну что ты на него стоишь, молишься? Протягивай вперед. Вот так, стой. Стой. Ты бы сейчас сугроб же зарубил. У него стоит знак установлен, уступи дорогу. Опять же, тут не спеши. Впереди светофор, видел, да?
Вот эти ребята, смотри, тебя пропускают или едут? Пропускают. Да, я... Нет, они могут и поехать. Ну, это понятно, но эти пропускали. Левый ряд перестройся. Только делай это быстрее, если вот никого нет, то раз, раз, раз такой. Как рыба в воде должен быть. Правый ряд перестройся. Даже не включай поворотник. Тут уже вот сплошная линия пошла. Видишь? Разгоняй автомобиль. Включай поворотник. Убедился в зеркало. Никого нет. Молодец. Выбирай место для разворота. Запомни, большая медведица. Здесь нет места для разворота с левого ряда. Ты, правда, перестроился в левый ряд. Ладно, пишем на то, что автобус объедет. Разгоняем, гоняем 82-й маршрут. Автобус переезжает. Правый поворотник, зеркало обязательно. По развязке спускаться будет. То есть спустились по развязке поднялись. В следующий раз больше протягивай здесь, а то ты прям на пересечении проезжих частей поехал. Здесь надо было выключить поворотник, потом включить. Ты же перестроился, маневр, да, совершил? Может, ты забыл его выключить и едешь прямо. Поэтому ты должен был выключить и включить поворотник. Здесь опять же включай поворотник, притормаживай. Дорога может быть скользкая. Если не скользкая, отпускай тормоза. Но даже если скользкая, то есть мы до гололедицы тормозим, если уже участок льда, участок дороги со льдом, мы отпускаем тормоза. Здесь включай левый поворотник и выключай. Выключай. Мы выехали на главную дорогу. Теперь мы должны опять подняться. Если мы здесь будем ехать, он скажет на перекрестке направо, это тоже, Жень, перекресток. Поднимаясь наверх, мы уже видим. Знаки установленные какие, пешеход, да, поворот, уступи, и еще какой знак, поворот только направо. Здесь мы включаем правый, выходим, теперь включаем левый, высовывайся, высовывайся, уходи, вот так, молодец. Левый ряд перестройся. Сейчас уйти в полосу для поворота налево, остановиться перед стоп-линией, да? Ага, нет. Так мы же за ним. Да, мы за ним. Я уже затупил. Я думал, мы его проедем. Я тут смотрю, нет. Я же тоже человек. Надо каждому объяснять. Это что, автобус только остановился? Ну все, выехал на за стоп-линию. Все, штраф. Ага. Убедись, что за автобусом больше никого нет. С той стороны никого нет, раз он поехал. Опять ты на сплошную наехал. Тут идет линия разметки. Прерывистая, прерывистая, а потом сплошная. Вот надо где прерывистая, прерывистая и заходить. А тебе в зеркало в левое хорошо видно? В левое. Да. Что-то ты его там, ты его трогал? Нет, я не трогал. Обращай внимание, успеешь? А сзади нет никого? Нет, никого. Мы
машина выровняется, газуй. Молодец. Левый ряд, устройся. Поэтому, опять же, лучше перестраиваться за всякими разными выездами, примыканиями. Туда на парковку уезжай. Я не знаю, Жень, у тебя вообще проблем нет никаких.